Десятый марафон «Ты нам нужен» стартует в субботу. В мэрии прошло заседание оргкомитета. Доложили об итогах подготовки и обсудили текущие организационные вопросы. Степень готовности на четверг – 99%. Заявки собрали сейчас со стороны 104 участников, то есть детей с ограниченными возможностями. Я думаю, что помощь будет оказана всем, кто подал заявку. Другое дело – сумма. Мы не ставим себе задачу какой-то рекорд поставить или побить. И самое главное – это вовлечение максимального числа горожан. Распределением средств займется специальная комиссия. Продлится марафон неделю, до 18 марта. Мероприятия по сбору средств пройдут по всему городу, в торгово-развлекательных центрах, на муниципальных предприятиях, в образовательных учреждениях, а также во время проведения спортивных и культурных мероприятий. Марафон, как и всегда, порадует горожан приятными сюрпризами в знак благодарности за пожертвования. Комитетом городского благотворительного марафона «Ты нам нужен» подготовлен ряд сувенирной продукции, которые будут предлагаться жертвовать в знак благодарности участие в марафоне. Это традиционные магнитики, значочки, брелоки, светоотражатели и ручки. Эти сувенирные продукции можно будет получить в торговых центрах у волонтеров, которые будут одеты соответствующую символику. Да, это будут оранжевые майки, на груди будет логотип марафона. Собирать средства будут волонтеры из числа студентов и активистов общественных организаций. С ними в пятницу глава города встретится лично. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.